лету 93-го бои между грузинскими и абхазскими вооруженными формированиями приняли затяжной и практически безрезультатный характер. Линия фронта проходила по реке Гумиста, что к северо-западу от Сухуми. В руках абхазцев были Гудаута, Пицунда, грузины удерживали Сухуми, Ачамчиру. Однако до прямых столкновений дело доходило редко. Рельеф местности позволял тяжелой бронетехнике и артиллерии, которые были вооружены обе стороны, легко отражать любые атаки. Ни те, ни другие не могли добиться хоть какого-то преимущества. Всем становилось понятно, что война зашла в тупик, и разрешить конфликт можно было только политическими методами. Ельцин был президентом, он мне позвонил: не пора ли кончать эту войну, абхазскую войну? Я говорю: я приветствую. Тогда, может, приезжайте, приедет Арзинба, все лидеры северокавказских республик, и поговорим здесь, как способствовать прекращению этой войны. 27 июля 93-го в Сочи между конфликтующими сторонами при участии России было подписано соглашение о прекращении огня. Сразу после подписания договора Грузия начала вывод бронетехники и артиллерии из Сухуми. К началу сентября вся грузинская тяжелая техника покинула город.